Это я снова. Здравствуйте. Решил заснять такой видос. Разобрал Барнаул 12-граммовый. Из 20 штук где-то 2 пули весили 12 грамм. Вот. И я решил, короче, сделать их все 11,5. Сделал вот такую вот. В жопке пуля. Вот такую вот штуку. Сверлом. Пятеркой. Везде разная глубина. Ну, она не сильно отличается. Ну, разная. Вот. Одиннадцать и пять. Вешаю 1 грамм пороха. Это тут я стирал заусенец тут сверху. Ну, видимо, когда вытаскиваешь и распуливаешь, немножко выворачивает назад, и я немножко подточу. Короче, вес пули 11,5. Вес пороха 1,5 грамма. Ой, 1,5 грамм. Вот. Буду пробовать стрелять, как полетит. Давайте. Всем доброго. Не забывайте подписываться.